Всем здравствуйте, приветствую вас на канале Близко Михаила, и сегодня нам в ремонт попал аппарат, это Nokia 3, с типичной неисправностью код блокировки. Код блокировки, естественно, мы с вами не знаем, и сейчас я покажу, как вы в домашних условиях самостоятельно можете сбросить его на заводские установки. Данная инструкция подойдет для Nokia 3, 5, 6 2017 года. Итак, для начала, что мы делаем? Выключаем телефон, отключить питание, окей. Для этого, как ни странно, нам понадобится еще зарядное устройство. То есть, что мы делаем? Подключаем microUSB кабель к Nokia. После этого зажимаем клавишу громкости вверх и включение. Держим. Продолжаем держать. И телефон у нас загрузился в стандартное рекавери. Далее, клавишей громкости вниз выбираем Wipe Data Factory Reset и подтверждаем кнопкой включения. Далее выбираем «Да, удалить всю информацию» и подтверждаем клавишей включения. Идет форматирование телефона. После этого ползунок у нас уходит на Reboot System Now. Подтверждаем. Телефон перезагрузится, и кода блокировки у вас уже, соответственно, просить не будет. Но есть одно достаточно важное «но». Дело в том, что если на устройстве после хард-резета, при первоначальной настройке устройство в обязательном порядке затребует у вас ввода Google аккаунта, который был введен в нем до этого. Если по каким-либо причинам вы его не помните, то смотрите мое следующее видео, покажу, как обойти эту блокировку. Всем спасибо и до свидания. Подписывайтесь на канал, если будут какие-либо вопросы, я с удовольствием отвечу на них в комментариях. До свидания.